За управление транспортным средством в наркотическом опьянении местный житель Губкинского привлечен судом к уголовной ответственности. По словам помощника прокурора Сергея Дорожкина, в настоящее время приговор не вступил в законную силу. Было установлено, что 30 ноября 2016 года, приблизительно в 23 часа, гражданин города Губкинский на 468 километре автодороги Сургут-Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа управлял транспортным средством Toyota Avensis в состоянии наркотического опьянения. Мировым судом с учетом позиции государственного обвинителя вынес обвинительный приговор, согласно которого местный житель города Губкинский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года и 6 месяцев. По словам помощника прокурора, ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности мировым судом Тюменской области. Ему была назначена мера наказания в виде 30 тысяч рублей штрафа и лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев.